Здравствуйте! Мастерская «Мельничная 22» по перетяжке и ремонту мягкой мебели продолжает вас знакомить с нашим производством. Сегодня мы поговорим о плюсах и минусах и выборе, что же сделать – купить новый диван или дать жизнь своему старому дивану. Все очень просто, у того и у другого варианта есть плюсы и минусы. Минусы – это, конечно же, сроки. Отдавая свою мебель к нам в мастерскую, вы остаетесь без мебели, во-первых, на срок до 2 недель. Почему так долго, спросите вы меня, я вам отвечу. Разборка, сборка, заказ материала, ну и работа наших мастеров – достаточно трудоемкий и не быстрый процесс. Но это гарантирует вам качество. Никто не делает на скорую руку, и, конечно же, мы соблюдаем всю технику безопасности и технику производства, которая должна быть использована при данных работах. Вам предстоит подождать, но вы получите результат, который вы, собственно говоря, и ожидаете, и хотите. Это один единственный, наверное, минус, который есть при перетяжке и ремонту мебели именно в нашей мастерской. Остальное все только плюсы. Мы всегда можем подобрать вам необходимые материалы, ткани для перетяжки мебели. Они будут исходить из ваших потребностей, желаний, дизайна, интерьера вашей квартиры. Возможно, вы переклеили обои, и вы хотите, чтобы ваша мебель заиграла абсолютно другими красками. Легко. При ремонте вашей мебели мы также делаем косметические процедуры. Пылесосим, чистим вашу мебель. Помимо этого, мы заменяем все механизмы на абсолютно новые, не расшатавшиеся. И, конечно же, заменяем все внутренности вашей мебели. В общем-то, мебель становится абсолютно новой. Все это по вашему желанию, по вашим потребностям. Наши специалисты всегда вам подскажут, что нужно сделать с вашей мебелью, чтобы она была лучше даже, чем новая. Ведь у новой мебели также есть свои абсолютные минусы, которые вы приобретаете в обычном магазине. Приобретая новый диван в магазине, вы не всегда можете быть уверены в качестве такого дивана. Нынешние поставщики не заинтересованы в длительном сроке службы мебели. Вся мебель исполняется не в очень качественных материалов, и гарантия на них достаточно маленькая. Наша же мастерская дает гарантию до 2 лет на мебель, которая была отреставрирована в нашей мастерской. На материалы и ткани мы даем еще более расширенную гарантию от производителя. На некоторые виды натуральной кожи она достигает 10 лет. Ну и, конечно же, подбор материала, исполнение вашего дивана, замена внутренности – все это только из высококачественных материалов, которые мы легко готовы вам продемонстрировать и показать в следующем нашем видео. Подводя итог, хочется сказать, что выбор в любом случае за вами. Приобрести новую мебель или дать жизнь вашей старой мебели в наших руках. И она станет новой, а в каких-то случаях даже лучше. Мы хотим предложить вам наши услуги и сказать, что вы можете набрать простой номер 344-44-44 и узнать, что нужно для того, чтобы ваша мебель зажила новой жизнью? Консультация абсолютно бесплатна. Звоните, мы будем рады слушать вас.